Здравствуйте! Edifier M230 это портативная, относительно бюджетная колонка в интересном дизайне с ну, функционалом, который в некоторой степени забывается, в некоторой степени относится к а, таким сверхбюджетным колонкам. В любом случае есть что рассказать. Распаковываем, говорим про характеристики и наконец-то переходим к звучанию. К сожалению, колонка смотрится не настолько эффектно и красиво, как могла бы, в случае с более такой классической деревянной расцветки под старину, но тем не менее тоже интересно. И особое внимание хотелось бы уделить клавишам, потому что они, конечно, к сожалению, не имеют прям такой полноценный физический ход, когда они залипают в определенном положении, включить, либо же выключить. Но Звуки приятные, сделано красиво, и когда колонка просто стоит на столе, и э, вам нужно сделать какое-то нажатие, это приятно, и э, определенное удовольствие от использования в любом случае получаешь. На обратной стороне у нас есть сетка для э, выхода звука, грубо говоря, для большей объемности. Также у нас есть порт USB, есть вход на AUX и также вход для карты microSD. Сейчас такое встречается не часто, но для многих именно эта функция будет полезной. Ну и общее впечатление от колонки, от ее сборки исключительно хорошее, потому что по материалам как таковых вопросов нет. Текстура приятная, напоминает естественно Marshall. Но как такового копирования, чтобы сказать, ну все, сделали точно так же, конечно же нет. Выглядит все приятно и интересно. Формально выходная мощность у колонки 20 ватт. По факту у нас есть два широкополосных динамика по 10 ватт. Их диаметр 4,8 сантиметра и Чему я на самом деле очень сильно удивился, производитель указал честный частотный диапазон от 70 до 13 тысяч Гц. Обычно пишут там с головы 20, 25, 30, 40, кому как захочется. Здесь указано вполне честно. По весу 850 грамм это ощутимо для такой приятной тяжести, но не является чем-то неподъемным. Естественно, емкость аккумулятора 2500 мАч и время автономной работы до 10 часов. Из интересного, что хотелось бы отметить, это присутствует разъем для карт памяти microSD, поэтому не обязательно ее привязывать к какому-то источнику по кабелю, либо же через Bluetooth. В таком случае уже не хватает встроенного FM-радио, но в таком случае это порушило бы весь дизайн колонки и сделало бы визуал уже не настолько интересным. Качество звучания колонки в некоторой степени ожидаемое с явным приоритетом низких частот, у вас здесь старается показать, насколько он массивный, насколько он глубокий в рамках объема самой колонки и вполне себе нормальные средние частоты и высокие частоты. В первую очередь, для чего я вижу и представляю эту колонку, это позвучка для сериалов, для фильмов, для какой-то фоновой музыки, потому что колонка прекрасно ведет себя на очень низкой, на низкой и на, на средней громкости, то есть с задачей справиться с какими-то спецэффектами вместо встроенных колонок ноутбука, планшета, либо же еще чего-то, спокойно справляется. Чтобы нормально был слышен вокал, либо же голос в тех же сериалах и ютубчики, тоже хорошо на низкой громкости бас э, на себя все внимание не забирает и может при этом э, спокойно колонка передавать речь ну и также в фоновой музыке проблем никаких нет если сравнивать ее с э, той же JBL Flip 5 то там мне больше нравились высокие частоты там я уже говорил про какую-то детальность про какую-то прям натуральность хорошие такие удары естественные открытые то здесь с этим есть некоторые проблемы высокие частоты звучат не грязно но тем не менее в некоторой степени упрощенно вокал иногда может теряться за низкими частотами но опять же что приятно бас начинают прям показывать себя на высокой громкости многие колонки на высокой громкости начинают деградировать по низким частотам здесь ситуация обратное. И немного не срабатывает вау-эффект, так как все же я представляю эту колонку не вот в этой расцветке, а винил вот эти зеленые, зеленые такие ядреные цвета, а в деревянном корпусе с стилистикой под 70 е чтобы это был прямой конкурент Маршал тем же Эмбертон второго поколения, и тогда все намного симпатичнее, намного красивее. Мы уже начинаем говорить про очень красивый какой-то элемент вашего интерьера, который плюс ко всему прочему может хорошо справляться с воспроизведением различных звуков. Тогда это уже получается не конкурент там, для JBL, Sony, всевозможных Huawei, а нечто уже более такое отвлеченное от звука и приближенное к эстетике, к какой-то красоте. По описанию может показаться, что это вообще какое-то дно, там хуже, чем у JBL какие-то, но стоит признать, что JBL Flip очень и очень хороша по вокалу, по высоким частотам, поэтому то, что она проигрывает, это абсолютно нормально, тем более стоимостью ее, насколько я помню, ниже, чем у той же JBL, и возможно для кого-то станет киллер фичей то, что можно вставить просто флешку, и с флешки уже что-либо э, воспроизводить. Возможно так. И э, нет каких-то ограничений в виде отсутствующего аукса. Он здесь э, присутствует. Поэтому тоже своих э, фишек много. Я об этом сейчас говорю с точки зрения э, такой аудиофильщины. Э, э, с точки зрения качественного воспроизведения звука. По отношению к ней это э, возможно и неправильно, но я слишком сильно привык к таким описанием. Поэтому, подводя итоги, колонка в такой расцветке, в таком дизайне вызывает много вопросов, есть определенные нюансы в деревянной расцветке. Это безумно красиво, стильно и при этом с адекватным вменяемым качеством звучания для миломанов. Поэтому, если вас она заинтересовала, то по ссылке в описании вы сможете ее найти. И на этом у меня, в общем-то, все. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч.